Кто лучше всех поет, играет на музыкальных инструментах и танцует, выяснили в Родинском районе. Там завершился детско-юношеский конкурс «Веселый морозко». В 14-й раз на конкурс собрались участники со всего Алтайского края. «Веселый морозко» уже стал традиционным и долгожданным событием для юных исполнителей. На одной площадке они могут показать свое мастерство и услышать мнение профессионального жюри в номинации «Инструментальный жанр». Лучшими стали музыканты Егорьевского и Родинского районов. Лучшие певцы живут в Романовском, Угловском и Благовещенском районах. Лауреаты хореографии, коллективы из Родины, Ярового и Шипунова. Также жюри вручило спецприз студии эстрадного танца «Тип-топ».